Казахстанская сборная завоевала на чемпионате Азии по таэквондо ИТФ 32 золотые, 39 серебряных и 42 бронзовые медали. Тем самым обеспечила себе второе общекомандное место. Соревнования прошли в Индии, в городе Бангалор. В них приняли участие атлеты из 23 стран, которые соревновались в 6 дисциплинах. В их числе личные и командные спарринги, самооборона и специальная техника.